будем вводить новое жало. Ну и проверить его на нагрев. Берем, собственно говоря, жало, паяльник и отверточку. Удобненько. Хотя нет, это не закрываем. Ну и разогреем до 400 градусов. Готово, в принципе. Да, отлично. Все будем лудить. Четыреста градусов. Замечательно налипает. Черная точка не беспокоит. Так, возьмем какую-нибудь платку. Ну, вот есть одна ненужная. Попробуем выпаять какой-нибудь СМД компонент. Мне так кажется, сюда тут без труда. Нормально. Ну что тут взять, допустим? Вот этих сразу пару. Греем. Довольно-таки быстро и вытаскиваем. Так, теперь вторую пару греем контактов. Ну и все, в принципе. Так, надо было уменьшить немного. Поставим 320. Пусть будет. Да. Ну и вот, собственно, попробуем разогреть поле на 320. Нормально. Да не, нормально все греет, в принципе. Я бы даже сказал, очень даже хорошо. Хорошее жало. Можно брать, ссылка на него будет в описании. Ладно, не будем мучить. Поднимем. Стандартный резистор или транзистор сможет нагреть все 3 ватта, так что это не страшно. Там, где надо будет
какую-то мелочь тут паять, можно будет переключиться на родное жало. Стоит брать. Да, но тяжеловато в плане того, чтобы его поставить. Но так, в принципе, ничего особенного. И чуть длиннее, чем родное. Пока ставим его. Хоть оно и тяжеловато. Ну, в общем, все. Кому было полезно, заходите, ссылка будет в описании.